Герцогиня Сассекская делает все возможное, чтобы будущий малыш появился на свет естественным путем. На прошлой неделе общественность взволновало известие, что Меган Маркл подготовится к родам, помогая доула, ассистентка, которая присутствует во время рождения малыша и оказывает психологическую и практическую помощь. Многие расценили этот шаг как еще одно нарушение королевских традиций со стороны герцогини Сассекской. Однако на этом супруга принца Гарри не остановилась. Больше по теме шевеления первенца в животе Меган Маркл случайно засняли на видео. Трогательный момент попал в объективы камер во время очередного появления на публике принца Гарри и его жены. Меган очень хочет, чтобы ее первенец появился на свет естественным путем. Поэтому она решила освоить технику гипнородов. Эта процедура включает в себя специальные дыхательные упражнения, релаксацию, визуализацию, медитацию, а также особое внимание к рациону питания и настройке организма на позитивный лад, чтобы помочь будущей маме родить. Помогает ей освоить все это звездный иглотерапевт Роуз Барр. Меган проходит регулярный курс иглотерапии, который дает ей возможность расслабиться. Это хорошо сказывается на циркуляции крови, поступающей в чрево. Она намерена продолжать сеансы до самых родов. Герцогиня против медикаментозных родов и хочет сделать все возможное, чтобы ребенок появился на свет естественным путем, пишет Vanity Fair.